Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Если у тебя вообще ничего нет, это евро ноль, и ты не имеешь права тут находиться по закону. Евро два, это что? Ладно, у меня есть там что-то. Нет, а конденсатор это уже сейчас летит. Он сейчас разгонится и прям угла даст сюда, блядь, и 360. Здорово, ребят. Как тот на единичке, помнишь? Да. Смайл, я тебе не верну плазму, давай на мажорку приезжай. Плазму ему. Toyota Mark 2 турбовая, да. Кстати, Смайл, хочешь, я тебе покажу, у кого плазма? Вот реально, хочешь, я же тебе покажу этого человека. Вот я же тебе покажу, у кого плазма. Смотри, вот видишь чувака? Это араб. Вот те девочки наешьте, у них, короче, была плазма. Вот, и теперь она вот в этом вот марте лежит. Номер вы. Я узнаю этот марк из тысячи. Я не знаю, кто это пишет, но, наверное, да. Не узнаю, а узнаю. Да, чего? Смайл, давай за плазмой приезжай уже. Как он нигде приезжаешь, камера не подпишет, да? Да, я бы вообще заснял. Приезжай за плазмой. Один только тут тип не пошел. Хорошо. Как погодка. Фристайл я будет сейчас. Сейчас там договорился, а сейчас дождь кончится и будет фристайл. У нас есть зонт. А я сегодня. Мы на мажорке стоим. Первый раз за последнее очень долгое время ехала в метро. Нурик, что за трагическое название трансляции у тебя было? Подрифтил? Подрифтил? Не, мы сейчас только что взлетели. Здорово. Здорово. Давайте, смотрите, я сейчас жму руку Нурику даже, смотрите, вот. Короче, прикинь, приехал сюда, стою, блин, из-под капота дым попёр. Из какой? Из твоей? Из моей, да. Открываю капот, патрубок, короче, лопнул. Прям как у Давидыча, да? Да, вот то же самое. Ну вот. А чё у вас такие неподготовленные без зонта? Я до последнего думал, что дождя здесь. Нормально, да, всё? Да, нормально. Да, ребят, Бэха по кайфу. Эмочка, да? Ну, не знаю, наверное. Конечно, Эмочка. А кто это? Не зачитаем. Скажи, прикати меня. О, Шабан, Шабан, для тебя специально, братан. Ты же нас на аудио анонизируешь. Вот, братан. Понял? Понял, что происходит? Понял, да? Соска. Да. Печи ебучие. У нее спиздили зон. Метро. Это тебе не плазма. Дарите мне зон, пожалуйста. Это бабушкин вообще был. Я его бабушке на 8 марта дарила. На что базарить? Это он? Не знаю, он не он. А что у вас за сборище постоянное? Ну вот так я вот мы собираемся. В метро, у него спиздили кошелек и 5S. Я у знакомого, он ушел, и у него... Че мне со связью вообще? Просто, короче, а я много раз засыпал. Пипец, на Вольво... Дай пролезу. На Вольво заглючило мне, и все. Да подождите с фристайлом. Сейчас Смайл плазму заберет, будет вам фристайл. В Рязани выступала. Кто выступал? А, Ауди, да, в Рязани выступала. Тебя тут узнают. А ты по наклейке догадался или как-то еще какие-то... Я не знаю, приедет он или нет. Он что-то зашел в трансляцию, что-то про плазму сказал, что-то свалил. Короче, на бордюре, вот, смотрите, ищите Рио Палыч ТВ. Да, и видел ее там. Ну да. Я понял. Короче, тут немецкий уголок сегодня, вот. Есть один изгой японский. Короче, давайте на мажорку подъезжайте, мы здесь.
Чеченец. Да почему чеченец? Похчка.